камер для благоустройства активно включается в эту работу. А лавочек сколько вы сегодня привезли? Ну, сегодня 4. Но до этого, скажем, там вот на моем участке в прошлом году мы поставили, по-моему, порядка 10. Там. Ну и это не ограничивается абсолютно только лавочками. Это какие-то моменты там любого благоустройства, которое обращается в люди, тротуарные дорожки какие-то, где-то какие-то зоны благоустройства, урны там и так далее. А в прошлую субботу, где вы субботник проводили? Ну, в Тробях проводили. Это 50 лет Победы, 36/1-9. Ну где-то вот компактно в том районе. А, и Сергей Александрович... Это тоже депутатский участок, да, класса, Сергей, это же каждый сам участок. Как люди откликаются, сами жильцы непосредственно? Я хочу сказать, что вот буквально на каждом участке есть активисты, да, люди, которым не безразлично. И, соответственно, они очень активно принимают участие, берут, ухаживают за этими растениями, высаживают, что-то красят. Вот сейчас пришла весна, это же их дом, поэтому стараются. Да, хочу сказать, очень много таких людей, которые по-хорошему переживают за свои прилегающие территории, ухаживают, озеленяют их, облагораживают.